Я волнуюсь. Такое ощущение, что я делаю что-то суперважное. Очень страшно. Мы не зря делаем свое дело. Привет. Travel Payout Summit. Самый крупный саммит про travel-продвижение в онлайне. Мы собрали 5000 участников. У нас сегодня 20 спикеров, двое потрясающих ведущих. Огромная команда работала 3 месяца над этим ивентом. Это главное событие года для Travel Payout. Очень круто быть к нему причастной. Мы начинаем, друзья, совсем скоро. Travel Payout Affiliate Summit 2021. Подключайтесь, будет классно же. Мероприятие классное, очень интересно. Прям ощущается, что тут много профессионалов в одном месте. Впечатления суперские, чувства очень волнительные, но здорово говорить про будущее с коллегами, с экспертами на таком офигенном саммите, как Travel Payouts. На самом деле душевно. Очень хорошо прошло, как мне кажется, не напряжно, достаточно интересная дискуссия. Здесь очень крутая атмосфера, здесь очень классно, здесь очень креативно, здесь идет какая-то движуха постоянная, здесь можно присесть к кому-то и обсудить в том числе, что нас ждет в будущем, так что очень, на самом деле, классная атмосфера, в которой очень приятно находиться. Во-первых, очень здорово, что есть такая конференция, очень здорово, что она в такой современной динамичной форме, интерактивной, и судя по тому, что еще планируется сегодня, это очень важные и интересные темы. И что особенно радует, ну, поскольку есть огромный опыт участия в разных конференциях и в разных мероприятиях, что особенно радует, это максимально приближено к жизни. На самом деле, это день, который мы всей командой Travel Payout ждем, мне кажется, каждый год. Очень сильно к нему готовимся, несмотря на то, что это в основном команда маркетинга делает, но в этом участвуют все. Это для нас большое событие и для нас, и, надеюсь, для наших партнеров. Ну и сегодня все прошло просто прекрасно. Потрясающие организаторы, потрясающие гости, удивительные спикеры совершенно. Это была классная энергетика. И самое кайфовое, что у нас были потрясающие, позитивные ведущие, которые давали жару, давали огня, давали энергии. И это заводило не только наших зрителей, но и, конечно, нас, нашу всю прекрасную команду. Поэтому всем огромное спасибо, и мы погнали дальше! Многое было реализовано впервые, за многое пришлось бороться в этот раз, но оно того стоило. И я очень благодарю команду, которая участвовала, работала вместе с нами, всех спикеров, всех участников, все комментарии. Спасибо большое вам за все.